А я же не знал. Добрый вечер, Кишинев! Рад стоять на этой сцене. Да! Что стоит на этой сцене? В финале наша команда прошла пешком. Ездила в маршрутка. И даже переплыла Днестр. Принеси меня, река. Я говорил, что переплыву. Эй, встречаем! На заднем ряду. Давай целоваться. Нет. Губы. Нас увидят. Я аккуратно. Уважаемые депутаты, голосую. Подождать, я не поняла. Ярослав, бойся своих желаний. Ой, Ярочка, погоди, что ж ты? Сейчас, секундочку. Все, давай, я снимаю. Начинай все сначала. А, ну, ты приехала, откуда у тебя микрофон вообще? А тут что, со своим нельзя? Ты... Команда Бордо. Я тебе скажу. Друзья, ну что ж, это логики нет. Друзья, последний конкурс сыгран. И вот я вот следил за всем, что происходит, вспоминал все игры, которые я тоже был в зале. Кстати, последний раз здесь с Валуевым был, помните? И, знаете, хочу вот честно вам сказать, что вот душа радуется за то, что, во-первых, Никита, здесь у меня и Володя рядом, Владимир, я очень рад тому, что у вас это получилось. Потому что уже 2 года КВН в Молдове есть, и за этот период, ну, поднялись очень неплохие команды. Вот парень Стоянок и куда-то вот двинулся, да? Помним, его первый раз, во всяком случае, я видел на этой сцене. И знаете, что еще очень радует и душу, и глаза, что участвует очень много регионов Молдовы. Я очень рад, что приднестровцы рядом с нами. Ребят, спасибо вам большое. Шутки очень интересные. Я уверен, что у вас... Все хорошо, у нас все хорошо, а у нас вместе еще лучше будет. Я уверен в этом. Вам спасибо большое. Знаете, я вот сидел, думал, и если нам удается, несмотря на все трудности, быть веселыми, значит, не все потеряно. А я уверен, что все у нас дальше получится. У нас в следующем году, кстати, вот я думал сегодня с ребятами, очень непростой год, а давайте на 1 апреля вот сделаем какой-то серьезный КВН
пригласим команды из России, из стран СНГ и проведем хороший КВН-пиратный. Никита, я предлагаю, это будет под эгидой президента, проведем серьезный фестиваль, такой КВН. А всем еще раз с праздниками наступающими. Спасибо большое, что вы хотите найти. Спасибо. Уходят в город Тирасполь. Логики нет. 15,7 балла. И скромное рукопожатие. Команда «Возраст есть», город Кишинев, 16 баллов ровно. Спасибо за игру. Что ж, друзья, поздравляем уже двукратных чемпионов.